Тамерлановское шоссе – одна из главных автомагистралей Шымкента с большой интенсивностью движения. Сегодня одна полоса автодороги из четырех перекрыта. Проводятся работы по замене ирригационной системы, разделяющей проезжую часть и тротуар. По словам автолюбителей, из-за ограничения движения им приходится простаивать в пробках. Я брат хинку. Я кирикнесе. Арина хин. Ниге. Не спи. Жол жөнде кедерги жасайды. Арбетте де сондай. Жол тарлат. Действительно, нужно терпение, так как строительство продлится еще 4 месяца. К ноябрю будут заменены лотки вдоль трассы протяженностью более чем 5 километров по Тамерлановскому шоссе от улицы Желтоксан до Сыпырганата. Только начало работы, как четвертый день, задействованы здесь у нас 9 техники уже и 15 человек. И через 2-3 дня уже начинается фрезерование, туда уже будет задействованы где-то около 15 еще техники будет добавлено и где-то около 15 человек. По словам ответственных лиц из транспортного отдела Шымкента, помимо лотков, руки строителей доберутся до тротуаров и поверхностного слоя автомагистрали, а неудобства ради хорошего ремонта придется потерпеть. Основная работа – замена верхнего слоя асфальта. Мы постараемся проводить работы поочередно, чтобы не воспрепятствовать движению автотранспорта. Отметим, средний ремонт части Тамерлановского шоссе обойдется государству в 950 миллионов тенге. Бахром Абдуллаев, Эльдар Жанусканов, Ербулат Султаев, информационная служба телекомпании «Отрар».